Всех, привет, друзья, на связи Данки. В этом видео покажу вам запись боя, там где игроки играют на очень высоком уровне. Это Звездная Лига. Бой проходил в турнире как за каменной стеной. Играл оба игрока Конфедерации. Я показывать буду запись боя от лица игрока Снегурочка или Лорд Гехвальконс. И играл он против игрока Индивид. В этом бою вам покажу, как можно играть с менее прокачанным героем против более сильного оппонента. Кто знает, что у лорда на один или на два ранга ниже ранг профиля аккаунта его. Вот. И он более слабо прокачан. Посмотрим, что из этого получится. Показываю, кстати, запись боя через внутренний инструмент разработчика. Поэтому я могу отключить здесь некоторые панели. Допустим, управление юнитами и так далее. Могу ускорять или же наоборот замедлять запись боя, так как это нельзя сделать в обычной версии игры. Есть свои преимущества, только надо это поднастроить. Если вам понравится формат записи таких видео, то пишите в комментариях, я почитаю. Напишу какие-нибудь скрипты, которые позволят плавно водить мышкой, допустим. Или отключать лишние совсем ненужные уведомления там про активацию бустов и так далее. Это можем сделать. Проводит разведку лорд циклоном. Видит здесь авиазавод второго уровня, который производит вертексов. Строится аэродром. Штаб улучшается до 4 уровня. Строится завод специальных машин до 1 уровня. Сам же лорд выходит в штаб 4 уровня. И потихонечку переходит в фулл авиацию. Есть разведка вертексом от индивида. Смотрел он, чем занимается противник, и улетел обратно к себе. Три штурмовика есть у лорда. Он выходит в завод героев второго уровня. Мы не видим здесь панельки героев. Возможно, их надо было бы включить и, наверное, вернуть на место, потому что не будем видеть, когда появляются активки, пассивки у героя. Наверное, это важный момент, который нужно будет добавить обязательно. Вот. Ну и что мы видим? Делается первый бомбардировщик у лорда, но через 20 секунд выйдет, аэродром достроится через 15 секунд, так что все нормально. Вертекс уже готов выйти, но он будет дожидаться достройки аэродрома. И в целом пока больше ничего не меняется. Пока мы тут ждем прогрузки. Точнее, пока мы ждем, пока какие-то активные действия происходят. Я хотел включить эту панельку с героем. Ладно, наверное, чуть попозже включу, когда будет возможность во время сражения. Сейчас не получается, потому что иначе это будет скучно. Надо ускорять моменты нескучные. А вот там, где будет нескучно, можно будет оставить экран и показать вам все великолепие боя, а самому поднастроить редактор. Есть первый тайфун, использует авиацию лорд. Он с помощью нее атакует противника, теряет половину хитпоинтов у своего вертекса. Но он тем самым разведал обстановку, узнал, где какие цели находятся, и отправляет два своих тора для атаки по тайфуну. Уничтожает он два. Нет, уничтожает только один тайфун и одну ракетную установку. Второй тайфун выживает, бомбардировщик наполовину почти уничтожен, но он добивает с помощью своих вертексов тайфуны, которые остались. Все такая вот интересная тактика, пробомбить бомбардировщика, а потом атаковать вертексами. Далее мы увидим, как более активно используют эту тактику вместе. То есть и торы налетают, и вертексы атакуют. Кстати, он мог еще забрать сейчас здесь еле живого тайфуна, который здесь находится. Но решил, видимо, не рисковать, потому что там еще были вертексы противника. И он побоялся, что они его уничтожат. Так, ожидаем производства... как это называется, тоже забыл. А, Соляриса. Сейчас Солярис будет готов. Панель это что у нас? Это не то. Мне надо кнопочки слева включить. Кнопочки слева это у нас не вот эти кнопочки, а вот эти. Вот давайте ставим эти кнопочки. Панель апгрейда мы выключим. Она нам не нужна, да? Панель Hero Button, эту мы тоже отключаем. Button Build мы тоже отключаем. Вот, мы оставили только кнопочки с героями. Они нам полезны, важны. Мы хотим знать, когда будет готова активная или же пассивная способность Соляриса. Правильно? Правильно. Хотя даже думаю, знаете, как мы сделаем? Мы отключим эту кнопочку, эту, потому что в этом бою будет использоваться только Солярис.
зеленым игроком. Вот, и нам надо будет только знать, когда у него готова активка и пассивка. Так, мы видим, что индивид сделал первого своего соляриса и начинает выносить методично оборонку бота, которая находится в центральной части карты. Как обычно, лорд отправляет разведчиков в виде вертексов и после разведки отправляет свои бомбировщики для атаки. Мы видим, бомбировщики отрабатывают, попадают по цели, правда юниты стоят неплотно друг к другу, плюс успел индивид включить свой щит, соответственно, не получается нанести прям существенного урона по армии противника, все это ремонтируется быстро бустом восстановления. Поэтому возникают проблемы некоторые у нашего товарища. Сейчас немного ускоряю реплей для того, чтобы смотреть, что же будет дальше, скорее узнать. Так, куча вертексов у индивида, есть три Тора, Тайфун и Зевс Солярис на базе. Индивид пробивается через первую линию обороны бота. Есть небольшое преимущество у лордов, ну то, что он видит, чем играет противник, у него есть время отработать авиации, пока индивид расчищает себе путь. Вот вылет новой авиации, прям чуть-чуть попадает у Зевса щиту с тайфунами, правда ни одного юнита не уничтожил, но вот есть вертекс, которая выбивает щит, и далее тут надо разобрать как можно больше юнитов, ну и очень много тайфунов с левой стороны, поэтому 2-3 залета и возвращается на базу к себе лорд и ждет восстановления заправки своих бомбардировщиков. Так, давайте я, наверное, сделаю 62. Два раза увеличу скорость. И посмотрим, что здесь дальше будет происходить. Перестрелка Соляриса остановил меня, выполнил контракт 2 на этом Солярисе у лорд. И отходит назад. И видим, что тут армия Зевс противника довольно серьезная. У лорда все это там 5-6 Зевсов. 6-7 подъезжает, плюс Солярис. А у противника около там 5-6 вертов. Вылетают Торы, отличная бомбардировка. Попадает он опять прям куда надо. Остается 4 Зевса у противника и около 6 у нашего товарища. Тор не смогли убить вертекс, потому что карта маленькая, здесь очень трудно играть от ПДВ авиации, от истребителей, потому что не успеваешь подловить Торы, они очень хорошо подлавливаются, когда большое расстояние надо лететь от базы до базы, ну для точки бомбардировки. Вот, а так ты увидел Торы, поднял свою авиацию, или даже если она была в воздухе, даешь приказ уничтожить Тор, но 1-2 они собьют, а дальше залетают на базу к вашему же противнику и падают от полу. Поэтому на этой карте эффективнее всего использовать бомбардировщики. Кстати, у меня был бой, который таким образом проиграл. Видим, что синий игрок отступает назад. Испугался он, что у него тайфунов, видимо, мало стало или что. Лорд это видит за счет стенки разведывательной. И атакует, прям смотрите, как чётиком попадает, уничтожает прям кучу юнитов, ну, не всех, конечно. Было бы здесь ИГХ, сопротивление тут вообще, наверное, снесли. Ну, на то она и конфа. Очень прочная и жирная. Вот, ну, что видим. 4 Тора есть, несколько вертексов. На базе Солярис с тайфуном и щитом. Ожидаем дальнейших действий противника. То, что будет предпринимать, ускоряем запись на 60%. Разведка вертекса. Видим, что зеленый игрок видит, чем занимается синий игрок. Есть два завода Зевсов. Один до спецмашин, до щита. Один для тайфунов. Завод героев третьего уровня. Авиазавод до вертексов. Три аэродрома. То есть индивид играет от авиации, но он ее активно не использует. Поэтому достаточно одного завода. Он немного теряет вертексов. Проводится аккуратная разведка вертексами. Смотрит лорд, где вообще кто находится, аккуратненько посмотрел, увидел, кто где стоит, и теперь, скорее всего, будет отправлять, наверное, свои бомбардировщики в атаку. Да, так происходит. Вылетает 5 бомбардировщиков, вертексы уже там синие готовы встречать. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Атакует он участок, где техники противника нету. Вертексами пытается прикрыть отступающие бомбардировщики. Сбивает один вертекс, ну, или перехватывает другой. В целом, не очень выгодный залет получился, потому что он уничтожил нейтральные, ну, точнее, вражеские здания бота, который, может быть, и потом уничтожил. При этом потерял некоторое количество своих бомбардировщиков и истребителей. То есть, получилось не очень выгодно. Давайте мотаем дальше реплей, посмотрим, что же будет дальше. Лорд
наземная техника не двигается в центр карты, потому что у него техники мало, он играет от авиации. Его надежда именно на нее. По идее, авиация, она и должна отлично контрить героев конфедерации, да и испытывания в том числе. Есть щит активированный, пытается прощупать, разведать карту, зеленый игрок. Залетает истребитель от синего игрока. Сейчас он будет перехватываться, так как он сейчас полетел, попытался сократить путь на базу, залететь, он немного... Ну, в общем, вы сами видели, что произошло. Я не знаю, как это объяснить, когда ты... Если бы он летел влево, Вертекс, скорее всего, не догнали бы лорда, синий Вертекс. А так как он решил срезать себе путь, то это за счет этого сократило дистанцию для лорда, для его Вертекса. В итоге его сбили. Можно было, наверное, и избежать потерь, если бы он прилетел чуть левее. И залетел бы уже хотя бы под ПОшки фиолетовые, вот сюда. Ну ладно. Так, опять какие-то активные действия принимаются, когда я нажимаю ускорить запись видео. Здесь еще в редакторе не очень удобно, надо тоже на скрипты забиндить переключение скорости. Что я мышкой должен нести на кнопочку ради этого. Не всегда получается. Вот сбивается один вертекс. Хорошо. Вылетает пачка вертексов. Уже от лорда. Ожидает, что он еще будет где-то летать противника. Увидел прям смачную кучу зевсов, которые так и хочется шмальнуть, наверное, торами. Сейчас посмотрим, будет ли бомбардировка. Я вот, честно говоря, бы не стал бомбардировать, потому что, ну, слишком круто стоит эта армия. Она дальше стоит. Только щит включился. Ну, индивид, конечно, немного удивил меня, когда смотрел трансляцию, как играл индивид. Он мог победить там очень много раз. Оп, не знаю. Смотрите, щит уезжает, или включается, или разряжается, не знаю. В общем, Торы пробивает по тайфунам, убивает щит, и тут очень много авиации, а тайфунов не осталось у противника. Вот только он собирался атаковать, бах, все. Возвращайся к себе на базу, копи по новой тайфуны. Поэтому я, честно говоря, не очень люблю тайфуны по конфедерации. Они, конечно, специализированы и круто играются против авиации. Но вот когда дело доходит до бомбардировщиков, то они прям отличная мишень. Ускоряем реплей, потому что понятно, что сейчас синий игрок атаковать не будет. Посмотрим, может лорд двинется в атаку. Может будет что-то делать. Штаб у него пока что 4 уровня, он достраивает еще строй двор в левую часть карты зачем-то. Здесь уничтожил Зевса. Раз уничтожил. Два уничтожил. О, красиво, минус 500. Точнее, минус 480 ресурсов. На пустом месте. Ну, в общем, если вы играете от авиации, надо играть как лорд. Постоянно пытаться ее реализовывать, если у вас есть топливо, при этом не терять. Бывают игроки, которые постоянно пытаются реализовать свою авиацию, но в итоге они ее больше не потеряют. Смотрите, прям вообще смачно. Это вообще отличный был, отличная бомбардировка по Зевсам синего игрока. Щит он не успел включить, соответственно, бомбардировки почти все повыпиливали сразу же. И только что он потерял огромную пачку тайфунов, теперь он потерял огромную пачку наземной техники. И вот это преимущество в виде более хорошей прокачки героев, юнитов, экономики, возможно, по умениям командира, потому что у лорда 17-я ветка умений командира, а у индивида, ну, знаете, я, наверное, конечно, обманывать не буду. У меня, к сожалению, не открыто, нигде посмотреть не могу, сколько у него прокачки, но мне кажется, 18-19 в любом случае у него экономика должна быть чуть ли получше, или стартовый ресурс, к примеру. Вот, и все-таки предпочел напасть лорд, он использует свою соляра Зевса щит. Соляра очень себя хорошо показывает в однофракционных боях, потому что это дальнобойный юнит, по сути, как мама сопротивления. Вот, и он заставляет противника или отступать, или двигаться вперед. Если ты будешь просто стоять, то этот соляр тебе будет в минуту там где-то 1000 ресурсов уничтожать. Оставлять просто так нельзя. Вот, активка используется против Солярис, правда, она очень слабенькая, но сами видите. Можно, кстати, замерить. Соляр оставляет в соляре. Вон небольшой. Так, вылетает бомбировщик, что сейчас будет, что сейчас будет, что сейчас будет, куда? Ага, по ракетам, по бункеру, он там не сказал, что сейчас не слит. Ага, есть еще синие торы. И перехват идет вертексами. Вертексы зеленого игрока, если вы тут видите, перехватывают вертексы синего. Сейчас они переключились на уничтожение Зевсов. Вот, теряет свою армию лорд. Ну и индивид тоже. То есть они пошли в размен армии. У лорда было сейчас только 1400 ресурсов. В целом очень много юнитов. Появляется цербер от индивида синий. Тут штурмующих юнитов еще не осталось. У противника
4, 3 Зевса плюс щит. И 4 все же. Здесь уже нет наступательных юнитов, здесь только один Солярис остался. И этот Цербер просто начинает разносить щиты, прыгать в Тайфун. Ну, конечно, он не Ликий, глупо, что Ликий не может. Все авиация на заправке, плюс там бюрошки были потеряны. Вот, для чего строил стройдвор. Хотя, все-таки я не понял, зачем. Вот с этого 42 раунда в любом случае доставал, чтобы построить здесь завод штурммашин. Зачем он снизу слева построил стройдвор, я, честно, не очень понял. Уничтожается бункер фиолетового бота и вылетают бомбардировщики. Куда они атакуют, что они атакуют, а они решили уничтожить завод героев. Бомбардировка не очень эффективная, потому что где-то 35% урона было в пустоту. Ну, понимаете же почему. Поэтому приходится долетать вертексом, забирать завод и подставлять их под удар. Как видим, одного вертекса лорд на этом теряет. Ну, вообще эффективнее использовать 2 плюс 2 бомбардировщики против зданий, которые занимают 3 на 3 клетки. Потому что ты отдаешь приказ бомбить центр вот так вот и вот так вот. Не знаю, в общем, видите? Наверное, вы не видите мою мышку. Вот, ну, суть в том, что 2 плюс 2 не надо было бы добивать даже вертексом. Приматываем реплей, потому что сейчас будут восстанавливать силы оба игрока. Был такой хороший замес между ними. Вылетают очередной раз вертексы, смотрят, чего там, да где можно покушать. Уничтожается ракетная установка фиолетового игрока. Все, центр уже полностью расчистили. Опасно летать на самом деле. Уже на третий заход я бы, наверное, не пошел, потому что вертекс противника могут залететь. А он, видимо, летает на режиме патрулирования. Я, возможно, бы это увидел, если бы не скрывал вообще весь интерфейс. Потому что мы можем смотреть на этот бой от лица того, как игрок играл. Ну, ладно. Теоретически даже юниты могут управлять в этом реплее, но это может очень сильно все сломать, поэтому этого делать не будем. Ну что ж, ждем, наверное, очередное сражение. Ускоряемся, а я только решил ускориться, а лорд отправил Торов на бомбардировку. Видим, что восстанавливается завод героев у зеленого игрока, ой, зеленого, у синего. Уничтожается он 3 Торами плюс атака вертексов. Не дает выйти в Соляриса лорд индивидуум, потому что понимает, что его Солярис сильнее. Ну, такая тактика. Не давай противнику выйти в героев. Конечно, она недолго работает. Если постоянно пытаться уничтожить заводы героев, то противник адаптируется, сделает вертексов или ПВшки, и вы будете нести больше потерь, нежели чем противник. Вот. Поэтому надо вот свое преимущество как-то быстро реализовать. Соответственно, завод героев был добавлен один у зеленого игрока, где, кстати, второй? А, вот второй рядом с заводом героев. Он достроил тоже 2 завода героев, и сейчас там нас вертексом пытается уничтожить армию противника наземную. Посмотрим, что здесь дальше сейчас будет. Пытается убить Цербера, ну, такая смешение, на самом деле. Он стоит 300 ресурсов, лучше выбивать Зевса, они, конечно, дешевле, но, я бы сказал, поэффективнее. Цербер, он, если включить щит, слишком много урона может впитать в себя. Ожидаем дальше, что будет. Я сейчас опять хочу ускорить реплей. Сейчас по-любому опять взять бомбардировщики. Я сейчас ускорил. Да, в принципе, так происходит. Нет, вылетает вертекс. Как видите, у лорда вертекс всегда летает. Вот он атакует Цербер. Это Цербер под щитом. У него еще есть щит свой, который у него активируется, если у него там меньше 30% жизни. Как бы цель такая. Вроде 7 вертексами атакуешь, а урона толком не наносишь. Отправляются бомбардировщики у лорда. Они бомбируют примерно в центр лучи противника. Нам так стоит, знаете, с промежутками, с пустыми клетками. То есть не максимальный урон, который можно было бы нанести. Используются только 2 бомбардировщика. Другие на перезарядке. Или там один до заказа вышел. В общем, ПКО уже забито. Играет лорд уже 26 минут от 4 уровня штаба. А из-за того, что постоянно происходит замесы, ему просто не успевает накопить ресурсов на 5 штаб. Отправляется он в атаку, пытается не дать противнику дожить до Соляриса. Он пока не знает, что он выходит Солярису, там сверху завод героев был построен новый, и индивид хочет выйти в Солярис. Вот, и как видим, происходит махач. Есть авиация у лорда вертексы, но он ее не использует. И вот здесь, мне кажется, ошибка лорда, то что он не применяет свою авиацию, когда может. Я понимаю, что там, скорее всего, торы, наверное, еще не заряжены, но хотя бы вертексам помочь выбить там щит или несколько зевс могло бы реально зарешать. Да, тут очень много вяз, но вот он использует свои бомбардировщики. Они атакуют щит, добивают зевсов кучу. И, как видим, возникают большие проблемы.
синего игрока у него почти закончились Зевсы, а у зеленого игрока еще много. Что мало техники, еще есть Солярис. Ну, как видим, синий игрок вынужден отступить, чтобы сохранить свои тайфуны, щиты, если они вообще у него остались. Вот, и отходит уже к себе на возвышенность, будет оттуда защищаться. Но в этот момент у него уже выходит Солярис, герой 3 уровня. А армия зеленого игрока у лорда уже потрепанных, хитпоинтов не так уж много, щиты разряжены, и вот, как обычно, даже на небольшой карте в таких случаях ты после атаки очень сильно выдыхаешься, и вот даже сервер влетает в кучу, убивает Зевса, тратит на себя кучу времени для уничтожения, а противник два завода на золотом производстве делает кучу Зевсов, и потом он убивает его атаку. Далее смотрим, что происходит, ускоряемся. Пока что потихонечку уничтожается здание. Появляется бомбардировщик еще один у индивида. Он атакует, попадает по Зевсу, но толком пока ничего не уничтожает. ДЗК сработает у лорда. Срабатывает пассивка у Соляриса. И видимо вражеский Солярис появился. Он стреляет мимо, хотя щит уничтожил тоже неплохо. Лорд это видит и отступает назад. Если на режим патрулирования или наверное зачем-то атакуют электростанцию фиолетового цвета, мешаются, конечно, все эти здания. Вот. Ну, лорд не рискует, он отступает немного назад, он сохраняет за собой еще преимущество в количестве штурмовой техники. Вот и видим, что пытается за счет прокачки индивид затащить этим Солярисом. Честно говоря, точно так же пытался сделать, когда играл в этот же турнир компана конфи. Видите, сколько урона нанес Солярис у лорда. Он вообще почти нисколько не снес актив, хотя он прямой наводкой снял Солярис противника. А вот Солярис противника сносит Зевсы на раз-два. У меня выстрелов 5, может быть, надо. То есть очень быстро лопаются юниты. Применяется очередной раз бомбардировщики. Соляра попадает под обстрел, но тоже хитпоинтов много. Урон немного получила в итоге. И Солярис просто не отпускает технику лорда. Оставляет ее отступать к себе на базу. А здесь уже под тайфунами Солярис защищается и сбивает истребителя противника. Ожидаем, когда там появится побольше армия у игроков. Сейчас уже решающая 5 минутка, кто победит. Армия и того игрока уже почти на фул КО. Ну, вот такая вот драка получается. Друг друга никто пробить не может, потому что оба игрока довольно сильно играют. Мало кто сильно ошибается. Смотрим, чем завершится бой. Вылетает толпа вертексов, уничтожает тайфун противника. В целом урон небольшой получил истребитель, это даже было выгодно. Отправляется один Зевс у лорда на уничтожение стен, видимо, чтобы они не светили. Вылетает два Тора, бомбу успел скинуть, но сбили. Вылетает вертекс, фокус тайфунов идет полный, для того, чтобы, видимо, потом вертексы добили штурмовую технику. Тоже неплохая тактика. Торами выбивать мобильный ПВО, чтобы потом вертексами уничтожить все остальное. Ну и видим, что вертексы неплохо размениваются. Ой, сейчас не выстрелил, очень больно было, то есть он лишний залет сделал, потерял два истребителя. А истребители не выстрелили, он слишком рано нажал на отмену. Это, конечно, больно было, потому что если он сейчас выбил щит, то противнику прям вообще все очень плохо было. Сейчас можно подремонтироваться, кстати, что и делает. Лорд включает буст на общее восстановление. И двигается вперед в атаку, готовится к... Он начинается, применяется... Способность активная. Здесь там вторая применилась, видимо, Солярис не какой-то выстрелил противника, то ли это ошибка какая-то визуальная, непонятно. Вроде как он, да, он стрелял, но там никого не было. Ладно, посмотрим, он сейчас применит еще. Вот, ну и что мы здесь видим? Нету щитов у синего игрока, у синего есть авиация в небольшом количестве. Вертекс пытается законтрить Зевсов, но видим, что вроде как побеждает пока что зеленый игрок, хотя нет, он отступает, слишком больно атакует вертекс противника. В общем, на чем останавливаемся, что у Соляриса Зевс остается у синего игрока и несколько Зевсов плюс Солярис у зеленого игрока. То есть опять разменялись друг по другу, постреляли, а результата пока нету. Ну, хотя, по крайней мере, позицию лорда с собой сохраняет. Но сами дальше как он сыграет. Синий игрок отступил к себе на возвышенность, вот влетает Солярис по новой. Пытается уничтожить Солярис зеленого игрока. Зеленый отступает чуть назад, ближе к озеру.
уворачиваться от бомбардировки Торов. Ну, прочитал, видимо, что сейчас наверняка будет бомбардировка. Он мог, ну, знаете, я бы на его месте остановился, наверное, чтобы пострелять по Солярису, нанести ему урон. Но если бы еще попал по бомбардировку, я, наверное, потерял бы очень большую часть своей армии. Видим базу, завод героев. То есть уже есть разведка получше. Понимание, чем занимается противник, каких юнитов он может произвести. Вылетает три бомбардировщика и стадо вертится за ними на бомбардировку завода с щитами и зевсов. Завод щитов уничтожается, завод зевсов добивается, и остается у синего игрока один завод зевсов, авиазавод вертексов, точнее даже до торов, и завод героев третьего уровня. Ну, маловато. Честно говоря, я примерно так же и проиграл. То есть у меня бомбардировка, я играл от авиации маленьким количеством торов. Противник играл торов, сбивал мне заводы и потом рашил наземкой. Все такая интересная тактика. Ну, смотрим, чем завершится этот бой. Я уже думаю, всем понятно, что побеждает здесь лорд, потому что сейчас индивид будет сдаваться. Он пытается бомбардировщиком прорваться к заводу, уничтожить, ну, разменяться заводами, но, как видим, не получается. Вот в этом моменте он сдался, лорд победил. То есть тут понял индивид, что ему дальше уже ничего не получится сделать. Ну вот на этом, можно сказать, бой завершается. Напишите в комментариях, понравился, не понравился вам такой формат записи боя. Если у вас есть свой какой-то эпичный, интересный бой, что там, не знаю, одним героем затащил трех противников, или там, не знаю, один против троих победил бой, ну, в таком формате, что-то сверхъестественное, интересное, и вы хотите поделиться со всеми зрителями, пишите мне в Telegram, в WhatsApp, ВКонтакте. Лучше ВКонтакте все, конечно, все. Прикладывайте скриншот из боя или время боя, когда оно проходило по датам, по часам. Я найду его, скачаю, посмотрю. Если мне понравится бой, то я его запишу, а вам отправлю промокод с жетонами. Ну, прямо говорю, это должно быть что-то очень интересное, потому что игроков у нас много, ситуаций тоже бывает огромное количество, как играют игроки, что, какие ситуации бывают. А видео я делаю не очень часто, поэтому я буду выбирать самые лучшие записи боев и комментировать, показывать вам. И вот дела. Будем, наверное, почаще практиковать, если вам понравится, опять же, такой вариант съемки видео. То есть не я играю, а я показываю, как другие играют. Мне кажется, это будет довольно интересно. Но здесь уже видно, что юниты стоят на месте, никто не бомбардирует, то есть уже понятно, что никто не сдался. Скорее всего, лорд дальше просто начал выполнять контракты, хотя нет, он просто решил снести базу, и противник не сопротивлялся. И на этом бой завершается. Благодарю за просмотр, подписывайтесь на канал. Опять же, ну, если у вас есть интересный бой, вы его пишите, скиншотик, скиньте мне в контакт. Меня можно найти в официальной группе ВКонтакте Вячеслав Герасимов. Я там в составе модераторов группы, кажется, иду. Что, думаю, найдете. Присылайте, посмотрим. И дела. Всем удачи.